Сейчас Илон Шор, опять же, не мечтает вернуться в политику. Он инструмент путинской России. И выборы в Гагаузской автономии, равно как и выборы в органы местной власти, они попытались превратить, посредством этих выборов, создать местные очаги сопротивления и дестабилизации для того, чтобы облегчить Российской Федерации провоцирование хаоса в Молдове и для того, чтобы вернуть под контроль Республику Молдову. Поэтому на этот вопрос, эту проблему должны осознать жители автономии.